Проезд в троллейбусах Читы подорожает до 30 рублей с 1 ноября. Об этом сообщила городская администрация. Кроме того, с 1 числа устанавливается тариф на услуги по перевозке пассажиров и багажа на автобусном маршруте номер 5 с сообщением «Вокзал Ивановка» в размере 38 рублей. Льготный проезд 19. На данном маршруте предоставляется 50% скидка со стоимости проезда гражданам, имеющим право на льготу. Напомним, последний раз стоимость проезда в троллейбусах Читы повышалась в июле 2021 года, в маршрутках в ноябре прошлого.